Твой комментарий, Василий. Спасибо большое. Была очень сложная игра. Соперник приехал мотивированный и старался играть от обороны. Ну, нам повезло, мы смогли взломать эту оборону. Создали достаточно, я считаю, моментов, чтобы более уверенно победить. Ну, и стандарт принес нам гол. Мы на этой неделе этому уделяли внимание. И хорошо, что сработало то, что мы нарабатывали. Сегодня ты забил первый мяч за Гомель. Как твои эмоции? Очень приятно забить на домашнем стадионе, Приятно, что болельщики поддерживают нас, подгоняют вперед. К сожалению, не удалось создать такую яркую игру по игре. Но я думаю, если бы мы чуть-чуть взвинтили темп, у нас бы получилось лучше и больше развить счет. Как настроение перед Брестом, потому что сейчас будет очень сложный отрезок команды? Я думаю, у нас хорошее настроение, потому что мы начали набирать очки, прервали эту неудачную серию игр потихоньку, играем на ноль, где-то выигрываем за счет характера, чего-то сплочается коллектив, и, слава богу, идет все хорошо вперед. Для себя, как для защитника, какой сегодня, может, отрезок был самый сложный? Да у нас, в принципе, ровная игра получилась. В конце они пытались сделать навал, отыграть этот мяч, но мы хорошо справились с этим. Единственное, вот этот опасный штрафной в конце, и все. А так все довольно-таки спокойно было.